часто слышим обвинения, что легкомысленны мы все. Но как нам быть, коли искушение всегда сопутствует красе? О, как жестоки приговоры! И где виновника искать? Зачем дала природа взоры? Ужель за тем, чтобы опускать? Ужель за тем, чтобы опускать? Как можно и нам преступлением счесть, если порой попадет под удар наша честь? Как можно и нам преступлением счесть, если порой попадет под удар наша честь? Прелестные леды, и мой отец Юпитер сам. Я так боюсь вдвоем беседы, ведь я привыкла к чудесам. Потом ханжи нас обвиняют в больших и тяжелых.